Ничего себе утро у нас. Ребята, как круто. Алиска в шоке. Ты в шоке? Да. Смотрите, здесь очень много подарков. Каждый подписан. Что Алисе, что Соне. Это мне. Я предлагаю... Господи! Я предлагаю, знаешь, что сделать? Лис, перетащим все твои подарки на диван и будем открывать. А Сонины пока оставим, да? Да. Потом она проснется и будем открывать Сонины, да? Сюрприз! Сюрпризы! А это что? Это игра! Кто я? Класс! Это мы будем играть. Что-то еще в носках есть, да? Сонин тоже полный, но мы его оставим, да? Mm-hmm. Соня проснется, и мы потом будем вместе с Соней смотреть ее подарки. А это что? Это похоже Машинс. Машинс? Принцесса Диснея. Крутяк. Что там еще? Шопкинс. Пепкинс и Шопкинс. Пепкинс и Шопкинс. Так, все сюда складываем. Что-то еще есть? Да. Ну-ка. Миха. Ух ты, ничего себе. Хэппи бокс. Что внутри, посмотри. 6 сантиметров, большая фигурка. Ничего себе, тут какая-то зверюшка будет, мишка. Вот она коллекция. Вот. Класс. Теперь тащим мои подарки. Так. Вот мой. Я уже все читала. А ты уже все прочитала? Так, Алисе, давай. Тащим. Алиска, я вижу еще один тебе. Вот этот. Вот этот написано Алисе. Складируем, складируем. Давай сейчас смотреть. Так, это Соня. Ты с той стороны? Алисе. Алисе. Отлично, несем. Вот это у тебя насыщенное утро, да? 1 января. Алисе. Алисе. О, ничего себе, карабинка. Снимаюсь. А там были с принцессами. Тяжелая? Очень тяжелая. У тебя насыщенное утро 1 января? Так, а это кому секрет? Так, Алисе. Мне все с героями подарки. Ничего себе, тоже вот Алисе. Вот это Соньке я прочитала. Так, это у нас Соня. Это Соня. Ой, Дед Мороз упал у нас. Так, Алисе. Сонины мы оставляем. Алисе. Деда Мороза ставим. Что, тоже Алисе и Алисе? Алисе, Алисе, так, тащим. Здесь у нас Соня, Соня. Алиса, я вижу еще Алисе, Алисе и а Алисе. Этот... Вот три твоих. Не знаю, до а того вот еще что? Не добрались. Посмотрим. Чего это? Посмотрите, у нас уже какой склад. Я бедная, все перетаскиваю. Так, смотри, вот еще, вот это Алисе. Там написано. И вот Алисе. С героями опять. С Белль. Да. Блин. У меня с Белль. У меня две с Белль. Алисенька, это Сони. Тут написано Сони. У меня две с Белль. Так, Алисе. Это тоже Сони. И Алисе, у меня две с Белль. И это Сони. Так, все, остались только Сонины подарки. А какие Сони? Вот это все Сонины. А. Так. У Сони тоже много подарков, да? Да. Но мне кажется, больше. Алиска, ничего себе, вот это да. Вот я села уже и открываю этот маленький подарочек. Так, первый подарок Алисе. Что же там? То, что я не заказывала, девочка, кексик. Да ты что? Новогодние. Ничего себе, капкейк. Да, капкейк. Так, следующий подарок пошел в ход. Это что? Морковки. О, это игра. Это наш новый челлендж. Покажи скорей. Вот. Ничего себе, морковки. Какие-то веселые морковки. Так, ждите видео на канале. Будет челлендж. Да, Алиска? Да. Раздервали собаки с этой стороны. Алиска такая лохматая. Мы только проснулись. Алиска сказала, срочно, срочно открываем подарки. Монстер Хай. Да ты чё?
какой? Лагуна Блю. Да ладно? Это Лагуна Блю. Это та, которую ты хотела? Это вот это Лагуна Блю. Обалдеть, какая красавица. А это похоже. А это что? Что это? Ничего себе, тут в одном подарке два подарка, что ли? Что это? Так, давай смотреть. Ой, подожди. Это, кажется, какие-то опыты. Алиска, это не опыты. Это знаешь что? Что? Это то, что мы с тобой так любим снимать. Ну-ка, прочитай, что тут написано. Пена для ванны. Yes. Это делать пену для ванны своими руками. А вторая коробочка? Я хочу вот эту. Тоже пена для ванны, Алиска, только с этими, скажи мне, с клубничками. Обалдеть. Так, ну это мы тоже будем делать на видео. Что у нас там следующее? Вот это мне очень интересно. Что это такое? Такая... Мне еще интересно, что вот в этих всех попадет. Обалдеть. И что попадется в Петкинсу. Вообще. Мне кажется, Дедушка Мороз разорился. Разорился? Тут опять, тут три подарка. Девочки, Шопкин! Да ты чё? Раз. Два. Обалдеть. Три. Вот это да. Ничего себе. Это Пепкинсы. Это девочки Пепкинсы. Это у нас Сью спагетти. Ой, сколько радости. Держи Сью спагетти. Мне вот это нравится. И вот это, и вот это. Это у нас кто? Кристина Эппл. Держи, Кристина. И у нас третья осталась еще. Кто там? С помадкой или с кандидатом? С помадкой. Да, с помадкой. Это у нас Риана Радио. Еще вот их так такие много. Штучки. Ничего себе! Круто! Это вот эти вот модные штуки, которые делают всякие фигурки. Игрушки. Игрушки делают. Мне интересно. Мегапак. Класс. Что, вот это хочешь? Угу. Ну да. О, самый большой подарок на потом оставишь? Да. Ну давай. Открывай. Вот это у нас уже склад. Открывай. А мне еще вот это. Это кукла Барби. Даже Барби? Красивая. О, с фиолетовыми волосами, как ты хотела. Да, я хочу эту Барби. Я мечтала об этой Барби. Причем из новой лекции такие полненькие Барби. Обалдеть. Покажи, куда ж ты убрала. Я же еще не посмотрела. Давай вот этот откроем. Что? Вот этот, да. Вот этот беленький. Мне очень нравится эта упаковочная бумага со снежинками. Классная. Какая красивая! Необычная такая. Барби фэшн. Слушай, ну ты же хотела Барби. Да, я очень хочу Барби. Обалдеть. Я люблю и монстров, и Барби, и всех, которые люблю. Я всех люблю. И Пепкинсов мы уже поняли. Это тоже игра какая-то настольная. О, это то, что мама любит. Это подарки для мамы. Алиса, посмотри, какой склад подарков сзади тебя уже. Вот, вот тут. Вот. Ух ты! Это типа Дженго. Дженго, думаешь? Типа. А, нет, тут пчелы вылетают. Алиса, тут вылетают пчелы. Ага, это классно, я люблю такие вещи. Вообще. Называется пчелиная вечеринка. Я хочу вот это вот открыть. Так, ну, давай. Оп, ставим. Свинни-Пуха? Да, Свинни-Пуха. А вот эту? Вот эту? Вот да, эту? Да, эту потом откроем после вот этого. Хорошо, давай. Здесь опять кукла. Из Monster High. Да ты чё? Спектра! Алиска, это не Спектра. Это Спектра, по-моему. Нет, это Эри Хорингтон, поющая поп-звезда. Вау!
Покажи, покажи. Алиса, а ты знаешь, что у этой куклы есть секрет? Какой? А ты посмотри. Попробуй, нажми на ожерелье. Оп. Ну-ка попробуй нажми. Она что-то тут столько всего может. Надо обязательно почитать про нее. Опять кукла Monster High. Еще одна. Это марионетка. Это марионетка. Я хотела марионетку. Monster High марионетка. Смотрите, это марионетка. Это Honey Swamp. Так, и у нас осталась самая большая карабинь. Ну, давай посмотрим, что там. Ой, тебя за ней не видно. Это что-то? Это Барби. Ну, Дед Мороз знал, что ты больше всего любишь куклы. Ничего себе! Так это не просто Барби. Ну-ка, открывай. Это делать одежду Барби. Смотри, Али, здесь в наборе идут три платья. Вау. Краска и вот какая-то штука. Смотри, какие красивые они получаются. Класс. Вау. Вообще. Смотри, тут прям инструкция. Ну, короче, супер. А как тебе сама куколка? Отлично. Красивая, да? Да. Что ты открываешь? От нетерпежница. Пепкинса нам надо открыть. Срочно Пепкинса открыть. Кто там? Что за милота? Ой, у него что-то отвалилось. У него крышечка отвалилась, Валя. Обалдеть! Какая лапочка. Это кружечка, зайчик. А мне кажется, это блендер. С крышечкой. Нет? Или это блендер? Мне кажется, это блендер. Нет, это не блендер. Ну, это какое-то ведерко. Ой, у него даже хвостик есть, посмотри. Кекс. Так, кексу нравится в бумажках ковыряться. Классно. Ой, смотрите, там девочка. Да ты что? Как да. Неожиданно. Ну-ка, дай понюхать. Дай понюхать. Дай, дай, дай. Ребята, она ничем не пахнет. Вот не она знаю. Пахнет морозом. Морозом. Хорошо. Что тут с ней было? Расчесочка. Так. Так. Опа. Ой, какая милота. Какая прелесть. Ой. Это ее шапочка такая. Она такая большая, слушай. Покажи. Почему я ее и хотела. Посмотрите, какая девочка классная. Ну как же без Хани марионетки. Так, распаковываем монстров, значит, Хани. Мы. Хани распаковываем. Окей. Лизка, мы распаковали девочку Хани. Смотрите, как у нее ноги. Ну, она же марионетка. Это марионетка. У нее такие классные мохнатые волосы. Покажи девочку. Вот такая вот куколка. Ух ты, у нее глаза такие интересные. Угу. И сапоги. Ничего она себе, круто. Крокодил. Она крокодил. Она крокодил? Угу. Вот, и вот она, эта штучка, за которую, получается, ты ее ручками управляешь. Мы с Алиской открыли куколку, которая песни тут нам распевает. Ты помнишь, как ее зовут? Я уже опять забыла. Нет. Эри Хорингтон. Эри. Ее зовут Эри. Почти как Эбби. В общем, мы пока не разобрались, как здесь переключать все смотри, эти режимы. Смотри, у меня даже шарниров нет. Да. Она такая цельная девочка. А давай посмотрим, ну, вернее, зрителям покажем. Вот только здесь шарниры, рука. Значит, вот такая вот куколка. Очень красивая, мне очень нравится. Вот у нее кнопочка. И она, значит, тут нам песни поет. Она распевается прям ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, у нее как-то переключаются еще режимы. Мы сейчас разберемся, потому что вот здесь у нее какая-то мигает огонечек. Сейчас, в общем, мы поймем, как это делать, и вам покажем. Ну, куколка красивая, да? Смотри, с ней тут еще подставка, микрофон.
Смотри, какой микрофон прикольный. Так, ты уже... Ты песни поешь. И лагуны открываешь. Ой. Приехала к нам подружка Гила. Алиса ее уже распаковала. Здравствуйте, дама. Здравствуйте. Так, достаем Шопкинса. Повторка. Да ты что? Вот. Точно. Карамельный сироп. Повторка. Ну ничего. Ничего. Будет теперь у одного монстра карамельный сироп и у другого монстра карамельный сироп. Алиска играет Шопкинсами как едой для своих кукол. Ну, мне кажется, что это самое прикольное применение. Самое прикольное применение для Шопкинсов. Так, мы уже открыли двух девочек Пепкинсов и выяснили, что с ними еще идут сюрпризики внутри. Мне интересно, что здесь, потому что здесь блинчик и штучка наверху какая-то. Так, в общем, да, мы сейчас откроем, посмотрим, что это за блинчики. Вот они, девочки, такие милашки, в мягеньких платьишках, такие, короче, классные. Это подставка. А, это подставка, а не сюрпризик. Для каждой куколки есть подставка, оказывается? Да. А что они в отдельном пакетике, эти блинчики? Да. Ну ладно, подставки тоже неплохо. Вот вторая девочка. Сейчас я ее поставлю на подставочку и буду коллекционировать этих куколок. И также они в купальниках. Посмотри, какая милота. Вот есть это вообще, это супер. Оно открывается, оно все такое маленькое, миниатюрное. И там ручечка, малюсенькая ручечка. Я подумала, что это сценарий. Просто. Да, Лиса просто знает все про этих кукол. Там, оказывается, сценарий. Там все очень серьезно. А вот кастрюлька, друзья, тоже с едой. Тут паста, макароны с соусом. Такая вот... Это какая-то итальянская красотка. И вот это вообще, это милота, ребят. Ну, ну реально. Такое все махонькое. Так, третью куколку открываем, да? Вот пирог здесь мне безумно понравился. Посмотрите, какая красота. Это значит пирог. И, в общем, ты захотел положить девочке пирог покушать. Вот кусочек уже готов. Отрезан отдельно, да? И тарелочку вот положил красивая. И ешь. А вот она, девочка. Ты видела таких мишек? Нет. Вообще, какой классный! Ой, улетел. Он мягкий, ребята. Я милее игрушки еще не встречала. Так, ну что, кто там у нас из принцесс? Белька. Ух ты, красивая такая. Вот такая красивая куколка Белль. А мне очень нравится. Это подносик похоже. Подносик тут, это не подставочка. И вот такая вот штучка. Какая-то. Вот такая красивая куколка Барби. В таких ботинках армейских. И мне очень нравится ее модная прическа. Что там? Как думаешь? Кто проснулся? Привет! Только-только проснулись. Будем открывать Сонины подарки? Соня уже что-то ест. Бумажечку. Бумажечку ест. Сонь, давай открывать, смотреть, что там Соне принес Дед Мороз? Дедушка Мороз. Дедушка Мороз что принес Соне? Давай посёпим. Хвостом. Соня, а ты вот этот открывай, смотри. Это пазл. Открывай. Соня, смотри. Ты видела, какая красота? Тут зверюшки. Соня четвертого малышарика принесли. Сонь, тебе ежика принесли. Смотри. Смотри, какой ежик. Ой, скорее ежика. Малышарик ежик. Привет, Сонька. Привет. Привет. Это горшочек Пинки Пай. Горшок Пинки Пай. Ребятки, это не горшок. А что это? Это шарики кидать будет. Класс! У меня была такая
Только у меня слоник был. Да, когда ты была маленькая, у тебя был слоник. Сонь, ой, ей понравился ежик. Еще один любимый герой теперь. Доча классный. А смотри, какая лошадь. А здесь игра. Вот такая вот вот. Когда Сонечка будет мыться, смотри. Сонь, а там цветочек с фонтанчиком. А вот что за толстенький еще подарочек? Давай посмотрим, что за цветочек. Ой, какая прелесть! Класс! Сонька, бантик нашла! Вот это подарок! Вот это самый лучший подарок, бантик! Что там еще? А носочки? Носочки. В носочке же что-то есть. Сейчас Алиса тебе принесет, что там в носочке. Смотри, Сонь, что... Ой, упало что-то. Садись. Смотри! Что это? Книжечка какая-то. Пупсик. Ничего себе. Сонь, ты видела, сколько игрушек? И что там еще? Покажи. Мне кажется, я тоже буду играть. И вот такой классный. Это не Мишутка, это обезьянка. Сонь, смотри, какая обезьянка. О, прикол, смотри. Сонь, снимаем обертку, и там еще одна коробка. Еще одна обертка? Так, что-то я вижу. Вот это да, Сонь, скажи. Вот это утро. Вот это я понимаю. Итак. Это наша пони Сонька, потому что я тоже люблю этими пони играть. Что попалось нашей Соньке? Вот такая красивая поняшка. Я тоже ей буду играть. Да ты тоже будешь ей играть, конечно. Соня ест книжечку, там ей такая попалась. Классная, да, Сонь? Так, у нас еще вот такая вот пони у Сони. Play School Friends My Little Pony. Это лошадка, которая будет мячики кидать. Ну, потом распакуем, посмотрим. Вот, что здесь еще? Игрушка для ванны. Цветочек подсолнух. Что он делает, непонятно. А, вот, у него, получается, это душик он делает. Тоже интересная какая-то штучка. Что, Алиска, тут у нас? Пупсик. Так, пупсик, это заводная игрушка. Потом, значит, что, коляска. Вот, Сонька у нас любит все катать. Пазлик мы показывали уже со зверюшками, вот такой попался. Опа! Малышарик-то поет! Ну-ка, дай Соньке. Соня, он песенку поет. Любимый мультик. Так, обезьянка, значит, и пингвин. Что пингвин делать, тоже пока не знаю. В общем, надо все раскрывать и смотреть. Ну что, красота. Ежик у нас поет песню. Оказывается, он не одну ее знает. А это красавица пони. Как ее зовут? А я не помню. Это младшая сестра Луны и Селестии. Сонь, как тебе, девочка? А? Тоже песни поет, да? А, она разговаривает. Вот такую каталочку мы собрали для Сони. Она тут пипикает. И самое крутое, это, конечно, телефон. Здесь есть телефон. Ну и всякие приколюхи. Крутилки, вертелки, лягушатки. В общем, ну, для ее возраста самое то. А вот она, эта поняшка, которая пускает шарики. Она так прикольно делает, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой! My little pony, my little pony! Вот, вот такой процесс! Посмотрите, кто спать собирается. Лапочка смотрит уже видео. Давай прощаться. На сегодня мы открыли, что успели. Остальное откроем, обязательно вам покажем на других видео. Просто подарков очень много, а уже время позднее, да? Да.
Так что давай пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Ставьте лайк, если любите подарки и Новый год. Конечно. И напишите в комментариях, что вам принес Дед Мороз под елку. Да. Нам 21 подарок принесли. Ничего себе, 21 подарок. Это Дед Мороз дал. У него целый мешок, наверное, был полностью забит. И еще у снеговичка мешочек. Я думаю, вот такой мешок был у снеговика и вот такой у Деда Мороза. Точно. Ну все, всем спокойной ночи. Пока-пока. Мы вас любим. До встречи. Да.